Новый корпус компании Cooler Master, названный Half XB, является настолько нестандартной разработкой, что даже опытные пользователи затрудняются при определении его класса. С одной стороны, мы видим аббревиатуру HAF, которая указывает на высокую производительность и потенциальный задел для мощной системы. При этом полностью закрытая конструкция модели имеет много общих черт с открытым шасси для энтузиастов и превращается в него парочкой нехитрых движений. Если попытаться описать конструкцию этого корпуса, то представьте себе, что стандартный системник перевернули на бок и немного растянули в разные стороны. Выглядит это действительно очень свежо. При этом надо понимать, что Cooler Master Half XB заметно ниже обычного десктопного варианта, но занимает куда большую площадь на поверхности стола. Какова конструкция Half XB внутри? Все сделано без лишней сложности и рюшечек, просто и с умом. Начнем с блока питания. Он устанавливается в нижней части корпуса и фиксируется при помощи специального держателя. Место контакта корпуса источника и шасси оклеено мягким пористым материалом для минимизации шума. Длина по данным производителя ограничено 18 сантиметрами, плюс еще около 5 сантиметров остается для изгиба проводов. Материнская плата крепится к классической панели, которая теперь установлена не вертикально, а горизонтально. Она сделана съемной, что очень удобно. Открутив 4 винта, панель вместе с платой можно вынуть из корпуса, сделать все манипуляции, а потом вернуть назад. Для платы расширения отведено 7 стандартных мест, а максимальная длина карт может составлять около 33 сантиметров, то есть нет никаких преград для построения мощной игровой системы с несколькими ускорителями, даже если они будут двух- или трехслотовыми. При описании высоты процессорного кулера фигурирует максимальное значение 18 см. В качестве основных накопителей Cooler Master рекомендует SSD, так как для них предназначена целая стойка на 4 устройства, куда они вставляются при помощи салазок. Так сказать, первый звоночек, когда производитель делает такой упор на твердотельные носители. Но не забываем, что на передней панели есть две корзины классических винчестеров с быстрой заменой.